Есть такое слово, которое поможет тебе избежать нежелательных изменений в твоей судьбе. С тобой на связи Викана. Когда ты чувствуешь, что перемены неизбежны, и они тебя страшат, и ты не хочешь этих перемен, используй это слово. Это слово-пароль. Это слово поможет не испытывать стресса при любых изменениях в твоей жизни и легко справиться со страхом неизбежных перемен в твоей жизни. Они могут быть неизведанными, новыми, непонятными, и ты можешь их бояться. Поэтому в любой такой ситуации делай щелчок тремя пальцами в воздухе, ставь якорь и говори «поворот». И еще раз «поворот». И еще раз «поворот». И ты увидишь, это не случится. То, что ты боишься, это не случится, это не произойдет каким-то волшебным, странным образом. То, чего ты не хочешь, изменит траекторию. И все будет так, как хочешь ты. Ну, либо иначе. Ну, либо лучше, чем хочешь ты. Как-то так. Удачи тебе!